Хейо, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем родить Юрпа на зомби Young Oasis. Мы с вами в корабле, мы пробрались к корабль. До этого я тоже какие-то рычаги включал, но ничего не было. Так, давайте смотреть, что у меня вообще по мечам. 12. Было же давайте этот и подберу этот. А, он вообще на 5, я понял. Да ладно. Не, подожди. Ну видите, он мне все равно куцает. А, он меня зарашил. Так. Так. Хорошо, F5. Тихо. Одна тычка нужна была по нему. F5. Интересно, куда мы плывем хотя бы? Или меня отправили на новое куда-то место? Так, сырок мне предлагают съесть. В принципе... А подожди, а может здесь будет 8 духов? А, во-первых, смотрите, что мы сделаем. Еда. Я выложу. Рыбку. Беру. Съедаем, подбираем, готово. Какая-то другая комбинация? О! Ясно! Вон на что. Мне нужно еще комбинировать. Нужно было, значит, и там тоже комбинировать. Подожди, а могу я это без этого? Смотрите, оказывается, тут фармит. Я теперь буду сердце выбивать. Короче, выбил я сердце. Выбил сердце, короче, забрал. Нафиг надо. Так, дальше. Что это у нас? Тихо. Это у нас обычный арбалет? Это деревянный арбалет, значит, я его использовать пока что не буду. Стоп, 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 нет, нет. Типа я его еще не видел. Ради чего? Ради чего-то хорошего. Так. Давайте, ну, рыбку лучше сожрать. Рыбочку.
Максимум хп восстанавливает. Нифига себе. Нифига себе, сказал я себе. Это какой-то золотой нарукавник? Ты очень храбр, но, к сожалению, у меня нет времени возиться с тобой. Я серебряный нарукавник. Ты не можешь остановить меня. Это тщетные попытки. Тщетные. Ха. О, ну даже как. Куда мы хотя бы плывем? Ну просто байтим его, чтобы он ко мне подлетел, и атакуем. Али победил Гаргулей и отправился в погоню за серебряным нарукавником. Я теперь... Подожди, это новая карта будет у меня сейчас, получается? А, нет, я просто с другой стороны. Вот этот штырь как раз. Может, туда бомбу нужно кинуть, как вариант. Сейчас попробуем. Видите, он тоже так не запрыгивает. А так я не перепрыгнул. Там нужно чем-то зацепить. Только чем, я не знаю. Так, пещера, в которую я могу войти. Новый меч. Так, 10-12. Широкий меч, тридцатник. Ого, no bad. О, на меня там еще что напало? Какой-то типа дикобраза. А я хочу с ним сразиться. F5. Ну я думал, а вдруг мне просто с него еще что упадет. Так, а мясо у нас что восстанавливает? 3/4 части. Значит, это я вылажу, а это я беру. F5. Идемте. Блин, нужно было отхилиться. Ладно. А знаете, что я сейчас сделаю? Подожди. Ящик пропал. Да, ящика нету. Но, так как мы в локации были, все это дело должно восстановиться. Ха-ха-ха.
кто-то сейчас пофармит себе мяско. Так. Подожди, сколько здесь? 10 использований. Я не богоюзию, я использую тактики. Галактики. Таким способом мы с вами сейчас наберем место рыбки. Мяска. Мясочка. А здесь у нас будет уже... У нас уже 30 выстрелов с вами с лука есть. А я так все еще не восстановил себе хп. Так, отлично. Я осталось еще один раз. Кушать. И забираем все. А вот теперь с чистой совестью мы идем. Сразу получаем урон. Рестартим. F5. Пробегаем. Говорю, ха-ха. Лох. Все, щелик зажался. Готово. Ладно. Подожди. Тихо. Так, так. Это средние бомбы. Это просто бомбы, их 5 штук. Супер бомбы 10 штук. Ну, средних 20. Ну, я возьму супер. А, бесит управление. Так, а теперь думаю, как сюда, да, мне нужно что пустить? А если бы точнее, нужно, чтобы туда что-то упало. Так, здесь нужно... Здесь мне нужен мой огненный. Так, а если сделать так? Ясно. Ладно, просто не страшно. Золотой ключ. Чё несу? Так, огня у меня здесь нету. Подожди, а если водяного духа использую? Давайте попробуем.
Ну, факт того, что я могу водяного духа тут использовать. Нажимаем на кнопочку. Забираем F5. Все, ловушки отключены. Да блин. F5. Как мне сделать, чтобы меня рыба тупая не атаковала? Пиздец. Ладно, давайте я попытаюсь сам. ГГ, оказывается, здесь ничего нету. Я рыб убивал. Ладно. Ну, ключ заполучил, нормально. F5. Так, у меня есть красный и зеленый ключ. У меня есть зеленый ключ. Что-то я, походу, уже начинаю тупить. А что мне нужно делать? А, я знаю, что мне нужно сделать. Я знаю, что мне нужно сделать. Давай сюда, сюда, вот, вот. Ништяк. Так, горгули, сохраниться. А если я сделаю так? Хм.
Они как футбольные мячики. Они рели как футбольные мячики. Плюс они бьют сами себя. О, как ты надоело. Иди отсюда, мячик. А, это у нас, кажется, восстанавливает 3 пятых, да? От ХП. 3-4. Да, скушать. Теперь у меня есть еще другой ключ. Это сюда золотой вставляем. Так, подожди, давай, наверное, все-таки сбегаю обратно. Я вам попробую показать, но я не уверен, что я смогу. Потом я не знаю, как я буду обратно бежать, потому что здесь этой херни будет столько. Мне нужно просто вернуться вот сюда, где мы взяли огненного духа. В смысле, оно закрыто? Ладно. Не беда. А он присесть не хочет? Так, где-то что-то открылось. Нафига не активировали. А, тут типа по-любому активировать. Нет, нихера. Опа. Опа. А мне огненный нужен. Я не знаю, куда мы идем. Меня радует, что мы хоть куда-то идем. Я мог бы там поджечь огонь. Так, там есть сундук. Сейф один. Ого. 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 Автоматический лук. Ну, пускай будет. Использования мало, но, скорее всего, оно будет очень мощное. Ладно, полетели сюда. И я хотел
еще проверить одну вещь, это сюда. Ради чего? Ради ключа. Это, понимаете, чтобы ключ получить, да куда ж нужно идти? Это ж... Ну, а духов? Ну окей, сохранюсь. Так. Мясо. Оружие. Мясо, оружие, блин, отлично, дальше, F5, мне кажется, это стоило того, чтобы сюда прийти. О, фонарь какой-то. Ифрит. Значит, то я могу призвать специально воду. Ну блин. ХП пускай будет. Это я съем. Давайте, ладно, фул ХП сделаю. Или нет? Да, пускай. А, ясно. А, у меня как раз два слотика свободных. Так, F5. Ифрит. Водичка. Куда проход? F5. И не надо мне ни хера бегать. Куйбатуйма. Вот и все. Теперь F5. И погнали наверх. Ага. То есть, а мне ифрит по-любому нужен, да? Подождите. Ладно, давайте тогда повторно сейчас прибегу сюда. Если на то пошло. Прикиньте, оказывается, ни хера не появилось. А я не знаю, как другим способом мне туда попасть. Одно из двух. Либо мне нужно подпалить, либо нужно затушить. Давайте сначала сделаем одно. Не-нет, ты можешь сюда? Вот, вот сюда. Вот сюда. Посмотри в эту сторону.
Вот, вот это можешь зажечь? Алло. Спасибо. А теперь вопрос, зачем мне водяной? Давайте затушим. Не тушится. Как вариант, может быть, водяной мне поможет с боссом. Да, давайте я так и поступлю. Во-первых. Раз. Во-вторых. Два. И побежали. Меня камнем убило. Подожди, сейчас все будет. Так. Так. Ну блин, по факту я мог бы его без урона пройти, но дело в том, что я ступил сам. Каким мне камнем убивает? Ну ладно, теперь это он на меня упал. Где урон? Где урон? Никого не убивает. Меня камень убил. Все. Пускай пищит, пускай пищит. Интересно только, что это? Али разгромил пещеры монстров и подобрал ожерелье, излучающее таинственное сияние. Так, это водяная херня какая-то. Я понял. Гуляйте, хлопцы.
Понимаете, они хотят, чтобы я сейчас использовал хилку. Однако, хилки. Да, я могу нафармить. Вот снова деталь, которую я не могу достать. Как ее достать? Ее никак не активировать, понимаете? Ладно, так уж и быть. Поговорили. Так. Сюда, не туда. Сюда, еда. Да, у меня много мяса, и что дальше? Может быть еще больше. Ну, ребят. Я заберу ваши уши. Забейте. Классно. Кто там стоит? Он как будто, знаете, банка. Бью. Ага. Уходи отсюда. Ага. Так, во-первых, заперто. Во-вторых, мы заканчиваем. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.